Добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами опытом обмена ламп по гарантии. Значит, купил вот такую лампочку Gauss 6 Watt с хорошим радиатором алюминиевым. Она проработала у меня 2,5 года и перегорела. То есть она, как сказали дети, такой был небольшой взрывчик. Задымилась лампочка, то есть, скорее всего, в ней какой-то конденсатор перегорел внутри, и, соответственно, она теперь слегка мерцает только. Вот. Поэтому я решил ее отнести по гарантии в магазин Online Trade. Предварительно ВКонтакте связался с производителем этой лампы Gauss. Вот они мне написали, обращайтесь в магазин, который мы приобретали. Если, говорит, возникнут проблемы, то нам пишите. Написал в гарантийный отдел этого магазина. Они начали что-то спрашивать, номер заказа, там, пока деталь уточняет. Пошел в пункт выдачи заказа и говорит, а мы не можем там в базе данных посмотреть такой старый заказ. Начали звонить айтишникам, значит, не дозвонились. Ну, было 7 часов вечера. Вот, договорился, что через 2 дня приду, вот, и поменяю эту лампу. Причем у меня все сохранились. И товарный чек, и кассовый чек, и чек там, об оплате картой. Вот, и карта у меня, естественно, есть, так что буду потом вам рассказывать, удастся ли мне эту лампу обменять или нет. Вот. И на самом деле тогда лампа стоила 349 рублей, регулярная цена, сейчас уже такие лампы продают где-то по 150 рублей. Вот, то есть за счет того, что и курс снизился после спада кризиса, да, и за счет того, что более распространенные стали данные лампы и более конкурентоспособные, конкурентная ситуация поменялась на рынке, поэтому цены падают. Вот. Но, тем не менее, из нескольких ламп, их примерно из 10, вот одна уже к истечению срока гарантийного перегорела. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, пожелания, задавайте их внизу данного видео, постараюсь ответить. Продолжение следует.